Жители Татарстана отметили Сабантуй. Один из самых масштабных праздников прошел в деревне Мингер Сабинского района. Гостем Сабантуя стал президент республики Рустам Миниханов. В Казани открылся самый большой парк динозавров в России. В динопарке Юркин парк Тревел представлено около 150 фигур динозавров натуральную величину. Более сотни из них интерактивны и могут двигаться и даже издавать звуки. Университетскую клинику КФУ отремонтируют, не приостанавливая обслуживание прикрепленных к ней казанцев. Причем свои предложения по проекту модернизации клиники может внести любой желающий. У мусульман начался священный месяц Рамадан. На протяжении 30 дней с рассвета и до захода солнца верующим предписано воздержание от приема пищи и распития напитков. В Зеленодольском районе Татарстана разводят оленей. Идею вернуть рогатых в леса Татарстана подкинул президент республики Рустам Миниханов. Именно по его инициативе на ферму привезли 25 моралов из Алтайского края. КФУ определил судьбу ветеранского госпиталя. Здесь планируют открыть ветлабораторию, которая позволит закрепить знания будущих врачей в области медицины и подготовить их к работе. Пароли аккаунтов более 100 миллионов пользователей ВКонтакте продаются в сети. За публикацией стоит хакер под никнеймом PIS, который в небольшом описании к базе констатирует, что многие используют примитивные пароли и пренебрегают элементарными правилами безопасности в сети. Первым покупателем медицинской версии вертолета «Ансат» стал Минздрав Татарстана. Модифицированный «Ансат» предназначен для медико-эвакуационных работ и оказания экстренной медицинской помощи на борту. В Казани масштабно отмечают День русского языка. Празднование началось возложение цветов к памятнику Александру Пушкину. Команда КФУ приняла участие в соревнованиях вузов по стритболу. Кто получил право представлять Татарстан в Москве, узнаешь в вечернем выпуске «Универньюз» в 18:00.